Сейчас вы сзади меня видите две базовые палатки. Вот почему все так сложно, да, почему это не, как обычно бывает, там какая-нибудь небольшая двухместная спальная палатка и все на этом. Дело в том, что проект все-таки ставит перед собой задачи стать очень ярким информационным медиапроектом, и, соответственно, команда наша планирует прямо там, на местах, в очень сложных условиях, при температуре минус 25, минус 20, и при глубине снежного покрова там более 5-6 метров, фиксировать нашу работу и готовить прямо там, на местах, передачи телевизионные, и готовить публикации прямо с места проведения экспедиции. То есть для этого у нас есть и спутниковый интернет, и спутниковая связь. Соответственно, вот эти вот две большие базовые палатки, они будут служить нашим офисом и нашей столовой. В случае, если кто-то из нас, не дай бог, попадет в лавину, он дергает за рычаг, и здесь надувается подушка воздушная, и вот когда эта воздушная подушка надувается, движение человека идет уже не внутрь лавины, а лавина как бы его вытаскивает. Лавинная лопата, которая очень легкая, прочная, и ею можно откапывать человека. Но также еще и есть щуп лавинный. Он еще и удобен для того, чтобы мерить глубину снежного покрова. Если вдруг команда ушла и на протяжении, предположим, двух дней идет сильный туман, стоит сильный туман, нам необходимо возвращаться, то в этом смысле в экстремальных условиях нам может помочь навигатор. По этому навигатору, по треку, который нами же был написан, мы будем возвращаться. Одна из задач проекта «Горная Абхазия» – сказать всему миру о том, что мы уже сейчас можем предложить зимний туризм в Абхазии. Есть такие виды зимнего туризма, которые, наоборот, как бы исключают присутствие широко развитой инфраструктуры. Что важно в скитуре, это то, что все очень легкое. Потому что когда ты 8 часов идешь на лыжах, каждый грамм имеет значение. И специально для такого вида спорта были разработаны и ботинки, и лыжи. Завершился такой очень важный большой этап подготовительный. Хочу поблагодарить в первую очередь президента Республики Абхазия за то, что он поддержал проект, и благодаря его поддержке всесторонний проект стартовал. И, безусловно, также хочу поблагодарить компанию «Аквафон», которая тоже в кратчайшие сроки сделала все, чтобы нам помочь финансово. И таким образом мы смогли в полной мере сконцентрироваться на том, чтобы нашу группу полностью обеспечить со стороны безопасности нашей.